Парк Победы – одна из основных площадок Самары, где планируются торжественные мероприятия, посвященные празднованию юбилея Великой Победы. Здесь есть многочисленные мемориальные комплексы, памятники, постаменты, экспозиция военной техники, которую весной подготовят к торжественной дате. На выездном совещании временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков обсудил с директором МАУ «Парки Самары» Константином Улановым развитие Парка Победы и его подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Здесь получается такая связь поколений, связь защитников Отечества. Этот парк, он в любом случае станет определенным символом для наших воинов, кто сегодня с оружием в руках защищает нашу мирную жизнь. Парк надо содержать, парк должен жить, парк должен развиваться. Но развиваться именно в той концепции, что это парк победы. Не парк развлечений, а именно парк победы. Также Иван Носков отметил, что на перспективу необходимо подготовить площадку для установки в парке памятника участникам СВО. Сам памятник обсудят с Советом ветеранов СВО. В 2025 году реконструируют фонтаны, обустроят искусственное озеро, благоустроят центральные аллеи со стороны улиц Аэродромной и Энтузиастов, площадь возле Вечного огня. Особое внимание уделят мемориальному комплексу с именами куйбышевцев, участников Парада Победы в 1945 году на Красной площади в Москве. Главный мемориальный комплекс парка был открыт в 1998 году. Основание мемориального комплекса и стена неоднократно ремонтировались, но без реконструкции разрушение стены, на которой размещены тяжелые гранитные доски с металлическими надписями, может продолжиться, в том числе при смене температур воздуха. Поэтому к работам по реконструкции планируется приступить в начале следующего года. В первую очередь подрядчик произведет демонтаж старой подпорной стенки. На время реконструкции все гранитные доски бережно передадут в один из городских музеев. При монтаже комплекса установят новое панно-барельеф, на котором изображены в том числе маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский. В этом году МАУ «Парки Самары» реализовала работы по текущему ремонту объектов парка. В этом году мы локально объекты обновляли покрытие детской площадки, потом открытую сцену, косметический ремонт выполнили. И сейчас завершаем работы по ремонту стационарного туалета. Кроме того, в текущем году завершено строительство Вечного огня. В ближайшее время он начнет полностью функционировать. Полина Чулюкова, Константин Головин. События.